Сумасшедший бой, туда-сюда, обратно качели. Ожидал ли ты такой бой? Да, я хотел немного в первом раунде так навязать такой темп, чтобы он подустал немного в втором раунде, чтобы он немного замедлился. Том, у Тома хороший бокс, хороший джеб и хороший грэплинг. В общем, все, он хороший боец. Хотел его, да, измотать немного и во втором раунде, чтобы он был намного медленнее. Да, это мой был план. Yeah, actually, I wanted to put on a high pace from the beginning to slow him down because, you know, he have a good boxing, good jab, really good ground game. So, yeah, I wanted to make him tired, you know, and then start to work my game slowly after that. Nice. So you come out, and in, like, the first 2 seconds, you're in a guillotine choke. Was it tight at all? What was going on in that moment? Типа, с самого начала боя, 2 секунды прошло, ты уже оказался в удушающем гильотине. Насколько он был глубоко, тяжело было выйти к тебе? Не, он, я не так глубоко застрял в нем. Я быстро отреагировал и стряхнул его. В общем, я все контролировал, но было опасно, когда он мне взял пятку. Вот этот момент был опасен для меня, потому что я боялся, что мне ее хрустнет. Я бы не сдался бы, но я боялся, что у меня хрустит ногу. Остальное ничего для меня не было опасно. Да, он спину забрал мою, но уже руки были отекшие, он не смог у меня задушить. Yeah, guillotine actually wasn't too tight, you know, I was controlling situation. The heel hook submission was more dangerous to me. I was afraid he's gonna injure me. I wasn't gonna tap for sure, but I was afraid he's gonna injure my knee. And when he took my back, you know, his arms were already tired, and he wasn't dangerous at all. Then ultimately, you get the arm triangle. What was going on there? It was hard to see if he was out for a long time or if he was just relaxing. What was going on in that arm triangle? И в итоге ты задушил его через arm triangle. Что вообще происходило? Было ощущение, что он либо был задушен, либо отдыхал. Как по твоим ощущениям, что происходило, когда делал ты удушку? Не, я когда его удушил, он уже хрипел. Я слышал, что хрипел. Но мне мешала сетка, правда. Если бы не мешала сетка, я бы его быстрее закончил. Просто, но я чувствовал, он душился, он хрипел. И он постучал потом. Yeah, when I was choking him, I could hear him cracking, but, you know, octagon fence was in my way. If it wasn't the octagon fence, I would choke him out earlier. Did this feel like an important fight for you? I mean, you just got the fight once last year, and obviously it didn't go your way. Did this feel like an important fight for you? Считаешь ли ты, что это был очень важный бой для тебя, потому что в прошлом году ты подрался один раз и не выиграл? Да, да, я считаю, что это был важный бой для меня, потому что у меня остался последний бой по этому контракту. Я жду от UFC хороший контракт, я жду более серьезных бойцов, 115-110. Том Брис хороший боец, но это не мой левел, не мой уровень. Yes, it was important fight for me because actually it was the last fight on my deal, so I'm expecting to UFC to return for me was a good deal, and I hope to fight someone from top 15, top 10 next because you know Tom Breeze is a good fighter, but he's not on my level. And last thing for me, like you said, probably deserve a ranked opponent next. I mean, how soon would you like to fight? Got to get the contract worked out, but how soon would you like to fight again? Ты действительно заслужишь кого-то из топ 15. Насколько быстро ты хотел бы вернуться в октагон? Ну, сейчас будет Рамадан. Я, наверное, думаю, что вернусь после Рамадана. Не знаю, посмотрим, может, до Рамадана. Yeah, I probably will return after Ramadan, but we'll see. Maybe I'll fight one time before too. The heel hook you were referring to, do you mean the calf slicer he was going for? I think that's what the broadcast referred to it as. Yeah, именно когда он, ты говорил о пятке, был ли это болевой, вот когда он тебе выходил именно со спины на calf slicer? Помнишь, именно канарейку, когда он делал, именно ты именно этот болевой? Не-не-не-не-не, скрутка пятки. Этот, нет, он там ничего не было, ничего не было. Именно скрутка пятки внутреннюю сторону, это было опасно, да. No, calf slicer wasn't dangerous at all. I actually was talking about the inside heel hook he was trying to attack before.
I know you want to get your contract sorted out, but there's a lot of middleweight fights coming up. Are there any specific ones you have circled as possible opponents after the fights happen, that is? Очень много сейчас боев будет в среднем дивизионе. Хотел бы ты выделить именно какой-то бой, какого-то соперника, какого, кем бы ты хотел бы дальше подраться? Юрай Холл дерется с этим Вайдманом. Я надеюсь, что Юрай у него выиграет, и я подерусь с ним. Но я думаю, что Юрай проиграет, мне так кажется. Но если выиграть, я хотел бы с Юраем драться. So Uriah Hall is fighting Chris Weidman. If Uriah wins, I would love to fight him. But I feel like Chris Weidman is going to win this fight. Is there any interest in the Kevin Holland, Derek Brunson fight too? I know Kevin Holland became a big star last year fighting so much. Интересен ли тебе бой Кевина Холланда с Дереком Брансоном? У Холланда был такой звездный год в прошлом году. Да, интересно, я буду смотреть бой. Ну, мне кажется, у них такой близкий бой будет, и Холланд, думаю, выиграет у него. Yes, I'm interested in this fight as well. I think it will be a good fight, and I believe Holland's gonna win. It will be close, but I believe Holland's gonna win. That's it. Thank you. Thank you very much.